привет, друзья! А сейчас, внимание, экстренный выпуск культурного анонса. 12, 13 и 14 апреля выдаются очень жаркими днями в городе Ставрополе. Ведь начинается первая в истории человечества премия за развитие уличного искусства и спорта «Кардо». Первый образовательный день пройдет в молодежном пространстве «Лофт» Ставропольского дворца культуры и спорта. Второй день – фестиваль сильнейших атлетов «Крепостная гора. Солдат». Третий день – награждение конкурса премии «Кардо» в Большом концертном зале Дворца культуры и спорта. В город приедут ребята, которые продвигают уличные культуры со всех уголков России. Если вам непонятны какие-то слова типа «воркаут», «паркур» или «батлы», помогут вам с этим разобраться ребята из молодежной общественной организации «Офбитс». Все активные ребята страны ждут вас 12, 13 и 14 апреля на площадках города.